What's up, brother, sisters, дюдерс? Не дюдерс? Я тут решил то, что я давно не показывался в очках, надо надеть очки. Секс. Нет, не секс. Так вот, что у нас, вы поняли, да, то, что по заголовку у нас 20-й ППЗ намечается последний в этом году. И все претенденты на выигрыш у вас сейчас, бэм, как обычно, на экране. Давайте немножечко расскажу про каждый, да. Ну, если вдруг не знаете, где голосовать, что за ППЗ. ППЗ — это прохождение по заявкам. Игры предлагают для почти всех ППЗ в последнее время патроны. Патроны — это люди, которые поддерживают меня на сайте patreon.com/bioellenr. Спасибо им за это. Ну и каждый месяц мы устраиваем голосование, состоящее из игр, которые предлагают они. Игра, которая победит в опросе, получает прохождение. Последней игрой была Need for Speed Most Wanted. Ну а сейчас все варианты, которые предложили патроны на декабрь. И начнем по порядку. Resident Evil 4, я думаю, здесь комментариев не нужно. Пятая, шестая часть есть на канале. Resident Evil HD Remaster тоже. Чоп четвертую, да, не запилить. Prince of Persia Sands of Time. Не смотри, то, что здесь один голос, это Рейджер мутил опрос, проголосовал для того, чтобы проверить. Prince of Persia Sands of Time уже в какой раз появляется в вопросе, никак не выигрывает. Alan Wake есть, кстати, в списке ППЗ, если не ошибаюсь, в общем списке ППЗ. Сейчас даже вам я об этом точно скажу. А нет, его, однако, вылетел, видимо, когда-то. Ну вот, Alan Wake, я... Кстати, проходил Resident Evil 4, Prince of Persia, Sands of Time, Alan Wake, я все это проходил. Final Fantasy 10, игра, вот которую я действительно не проходил, JRPG. Ну, я думаю, все знают, все вы знаете, что такое Final Fantasy. Ninja Gaiden 2 2008 года. И сразу предупреждаю, что если вы хотите услышать мою ярость, крики, боль и так далее, то для вас есть специальный Ninja Gaiden 3, где я был яростным, и мне было больно только примерно в 5 первых частях прохождения, а потом людям перестало быть интересным это все, потому что я приноровился к геймплею и начал всех убивать. Да, поэтому если вы будете голосовать за это для того, чтобы я только порейджил, да, то советую вам как бы обдумать свое решение. Если, ну, если вы действительно хотите увидеть Ninja Gaiden 2, вы просто вот горите желанием, тогда другое дело, как бы, окей. Ну, либо Ninja Gaiden 2 на Xbox, либо Ninja Gaiden 2 Sigma на PlayStation 3, там особых различий нет, но вот большое различие только есть в этих версиях то, что на версии PlayStation 3 можно при помощи Six Axis подергать титьки у главных героев. Ну, героинь, ну ладно, это не важно. Pillars of Eternity — одна из больших свежих RPG, ну не свежих, но достаточно больших, скажем так, достаточно новых RPG этого года от Obsidian Entertainment, последняя игра. Sonic Heroes во второй раз в вопросе появляется. Я думаю, что все фанаты Sonic знают, что это такое. Chaos on Deponia предложили мне тоже пройти. Первую часть я прошел на стриме, вторую часть тоже начинал на стриме, как-то она не прокатила у народа в голосовании. Что-то я не то сделал, нажал. Не прокатила в голосовании. И вот вторую часть решили предложить на ППЗ. Quake 4. Вы знаете, да, я выкладываю каждый год, 17 июля. Немножко Quake, каждый год выкладываю новый Quake. И вот Quake закончились, и тут предлагает Quake 4 пройти полностью. Ну, кстати, его я тоже проходил. Если что, Chaos on Deponia, Sonic Heroes, Pillars of Eternity, Ninja Gaiden 2 и Final Fantasy X10, точнее, я не проходил. Halo Combat Evolved — игра, которую я тоже проходил, игра, которую я обожаю. Может быть, даже получится пройти ее в коопе, но в коопе на одном экране. Поэтому, в зависимости от того, нужен вам кооп или нет, вы можете проголосовать, ну и написать это дело в комментариях где-то. Дальнобойщики 2. Cave Story Plus. Здесь плюс почему-то не написал Рейджер. Подумал, наверное, что это печатка была. Но Cave Story Plus, если что. Just Cause 3. Если вы вдруг не видели третью часть, я советую посмотреть сначала... Я сказал третью часть. Если вы не видели третью часть, то я советую посмотреть третью часть перед тем, как голосовать, потому что это не как вторая часть. Я вам рекомендую просто прочекать, что такое третья часть Just Cause. И Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Игра от Raven Software, которую я тоже не щупал. Ну, если что, Just Cause 3 вышла 1 декабря. Вообще достаточно свежий релиз. Поэтому еще раз говорю,
Голосуйте за то, что вы хотите посмотреть. Не то, что сделает мне больно, не то, что свежее, не то, что новое, не то, что популярное, да, а то, что вы действительно хотите посмотреть. Потому что если проголосуете за Ninja Gaiden 2, да, чтобы я орал на экран, то, скорее всего, этого не будет через несколько частей прохождения, и просто вам перестанет быть интересно, да. Как это было, в принципе, в ППЗ, ну, кстати, да, Ninja Gaiden 3, если что, выбирали люди тоже в ППЗ вместе с Супер Мидбоем, мне выбрали на один месяц две сложных игры, и ту я одолел, ну... Ninja Gaiden 3 одолел с проблемами, скажем так. Super Meat Boy все одолевали с проблемами. Но Ninja Gaiden 3 Razor's Edge, если что, не Ninja Gaiden 3 ванила версия, да, которая легкая была, люди говорят, да, а Razor's Edge, который сложнее, чем ванила версия, намного. Он, по сути, чуть-чуть легче, чем Ninja Gaiden 2. И то же самое с Just Cause 3, да. То же самое с Дальнобойщиками 2. И то же самое, допустим, там с Final Fantasy X, да, если вы вдруг просто хотите проголосовать, потому что популярная игра, да, то, как бы, думайте то, что это прохождение будет часов так на 100, да, потому что мне нравится исследовать все. Ну и про другие игры тоже, то есть, я не говорю вам не голосовать за эти, да, если вам хочется посмотреть прохождение этой игры, голосуйте за эти, за те, что я назвал, не хочется, да, ну, в смысле, если хочется... Из-за чего-то там особенного, да? Из-за ярости, рейджа, я не знаю, там из-за того, что это популярный франчайз, то, скорее всего, вы этого не получите. Да, поэтому, да, основное, то, что вас должно вести в выборе игры, это то, что вы хотите посмотреть, да? То есть, желание посмотреть что-то от начала до конца. И у меня, пожалуй, все. Сайт bioalienart.ru. Можно зарегаться через ВКонтакте. Там же, ну не сгорятся через ВКонтакте, вы залогитесь через ВКонтакте. Вы, если еще не голосовали ни разу, должны подтвердить свой аккаунт при помощи e-mail и проголосовать, один раз зарегистрироваться, и ничего вам больше не нужно будет сделать. Да, если вдруг не знаете, что это такое, что за сайт и прочее, то видео есть, ну ссылочка на видео есть в описании, где я все объяснял. Вот там вы можете все прочекать. А так, голосуйте! Я надеюсь, что эту игру я пройду, которую вы берете до конца декабря. И пусть снова победит сильнейший. Спасибо за внимание. До свидания.